фильма можно будет сделать длинный метр? Да, ну как тебе сказать, понимаешь, изначально Дэвид Сигел. Нет, я серьезно имею в виду, то есть снять полнометражную версию этого фильма. Сюжет позволяет, есть где развернуться. В принципе, да. И актерская база очень хорошая, если что. Очень самое. Но главное, что актерская база хорошая. Мне безумно нравится оператор нашей картины. А, это очень толковый паренек. Угу. Даже очень рад, что мы его нашли. Жаль, конечно, что он столько времени был не в Днепропетровске. Не, ну слушай, ну тот опыт, который он получил за границей, извини, кто может еще похвастаться тем, что нашу картину снимает зарубежный оператор? Картина должна быть хорошая, да, потому что ты понимаешь, изначально, когда она планировалась, было непонятно абсолютно, что это за формат будет. Вот, и самая большая прелесть в этом, это то, что, ну, собственно, название, которое даже непонятно, что оно открывает. Не все потеряно еще. Есть надежды, есть таланты, и можно смотреть дальше. То есть мы таким образом можем воспитать новую культуру в кино. Понимаешь, просто количество этих непонятных сюжетных линий, которые каждую мы сидели прописывали неделями. Да и столько сил, просто знаешь, это все было вложено, столько желаний, столько времени было на это потрачено. Ну да. Ну вот видишь, вот, допустим, вот эту девочку, да, ту девочку, вот, молодого человека. Это женщина в очках чувствует. Это, по сути, все о них. Первый раз я почувствовал, что эта картина для меня что-то сильно значит, тогда, когда, по-моему, это было вторую неделю, когда я приходил на работу абсолютно уже с такими вот мешками под глазами, знаешь, и спать безумно хочется, при этом основную работу не хочется бросать, естественно, потому что вот эта вот именно картина, которую мы хотим сделать, да, она важна, а это то, что это вот наше. Вообще, как ты считаешь, Днепропетровск готов для такого искусства? Ты понимаешь, что такая вот тонкая грань, Днепропетровск очень много наелся вот того из них говна, которое ему подают псевдооператоры, псевдосценаристы, псевдорежиссеры. Ну, как можно себя назвать режиссером? Хорошо, режиссером себя можно назвать. Выдавать такую картину и пускать ее в общую массу. Просто люди, ну, они, конечно, не готовы. Абсолютно не готовы, потому что они будут уверены, что это, ну, очередное какое-то говно. Действительно, ну сколько было у меня проектов? Я занимаюсь видео, я каждый день кручусь в этой теме. И я ни разу не открывал окно, чтобы что-нибудь нарисовать, какой-то вот шорт-лист. Это было единственный раз, когда ко мне попал сценарий в руки. Единственный раз это был, что я действительно взял, абсолютно без умения рисовать. Взял и начал рисовать шорт-лист. Меня в детстве научили такой поговорке: лучший враг хорошего. И вот когда мы уже в шестой раз переснимали основную сцену фильма, я начал действительно переживать, что мы стремимся, понимаешь, к какому-то идеалу, который невозможно достичь. И мы столько сил потратили, мы сценарий писали неделями, мы актеров подбирали. В итоге все равно получилось что-то такое вот. То есть каждый человек, который посмотрит наше кино, да, он увидит часть себя. Как ты считаешь, что этот фильм достоин называться артхаус? Этот фильм достоин называться картиной? Как ты считаешь, это то, что мы создали, это кино? Или это все еще тоже детское баловство? Знаешь, хватит с меня детского баловства. Если бы, ну, я изначально понимал, что это не будет детское баловство, потому что мне надоело снимать кино, которое потом в конечном итоге выглядит как детское баловство. Я не для этого 3 недели потратил на съемки этого кино, чтобы в итоге это вышло от детского баловства. Я более чем уверен, что это будет художественная картина, грамотно снята, грамотно смонтирована и, самое главное, грамотно сыграна, потому что тут очень много чего зависело от самой игры актеров. Поэтому я более чем уверен, что, ну, конечно, это будет
как минимум наша маленькая победа.